Резиновая петля для тренировок Power System. Ребята, если вы не умеете подтягиваться, у вас с этим проблемы, и ты не знаешь, как научиться, тебе поможет вот такая вот тема. Учитывая того, что в этой группе есть разные цветовые гаммы, начиная от желтой и заканчивая черной, мы сегодня с вами рассмотрим черную. Вот я ее приобрел, и мы сейчас с вами ее разберем, распакуем и посмотрим. Так, плотно упаковано в пакете все, с голограммками, с такими штрих-кодами, да, видите. Выглядит не как какая-то китайская убогая, а именно реально толстый полиэтилен. Видно, что вещь фирменная. Ну, иначе быть и не может, говорю, у нас только такие нормальные покупки. Так, погнали! Не будем пакетик сильно раздирать. Давайте сбоку его дерганем и посмотрим. Напоминаю еще раз, это самая толстая из всей серии. Это черная. Самая и самая тяжелая. Получается усилие от 25 до 65 килограмм от нее. Она получается по ширине. Получается 6,5 сантиметров. Вот так вот. 6,5. Где-то так вот. Если вам видно. Да, 6,5. Итак, ребятки, что же можно сказать? Вот она скреплена с такими резинками. Сбоку, если смотреть, это видно, что это... Мало того, что я думал, она будет дубовая, но она реально классная. Ну, в руке держишь и видишь сразу, что это действительно классная вещица. Так. Ух, какая. Сразу, значит, хочу сказать, что резиновая петля, а по другим словам еще можно ее назвать... Эспандер ленточный, я слышал, как называется, эспандер для турника. Все это есть. Годится она для общего назначения, для реабилитации. Я себе брал, например, растяжка, там прыжки, тренировка скорости, аэробики. Боксеры очень сильно любят подобные темы. В общем, нормальная, действительно классная штука. В тяжелой атлетике и в пауэрлифтинге используется для создания дополнительного сопротивления, ну, в упражнения на бицепс, трицепс. Но я считаю, что это очень тугая, как бы, ну, тянется это нормально, видите, даже очень хорошо. Если вот у вас, например, на штанге груза мало, то можно, например, ногами держишь и поднимаешь, что тоже нормально. Дополнительный вес плюс совсем другой угол. Ну, в общем, кто знает, тот знает, о чем я сейчас говорю. Ну, я себе брал, для у меня травма ноги, я вот как бы буду разминать вот при помощи ее. И мой младший брат... будет учиться на турнике, у него вес сотка получается, и он будет на турнике вот отжиматься именно при помощи этой штуки. Если кому интересно, как это все будет проходить, напишите в комментариях, и мы с удовольствием с вами это все разберем. Поэтому отжимания, подтягивания, другие виды силовых тренировок, как раз это назначение подобной темы. Если выбирать между дешевыми и подороже, да, как вот этот вариант считается один из самых таких топовых, дорогих, да, или подороже, я бы лучше все-таки брал, конечно, качественную вещь. Как говорится, один раз в жизни живем, поэтому надо брать нормальную тему. В целом скажу так, что этот продукт достоин занять почетное место в ежедневном употреблении, как бы и на тренировках каждого человека, спортсмена или фитоняшки. Девушки тоже полюбляют эти темы, но, наверное, с более с меньшими нагрузками. Если черная вам более как бы тяжелая, есть синяя, красная, оранжевая и желтая. Ниже под этим видео я напишу, где я покупал ее. И также напишу, какие там усилия есть. Поэтому смело можете перейти по ссылке и глянуть, какая вам лучше и больше подходит. Все, ставим лайки, подписываемся.